Славик, Маши привет. Привет. Здорово, друзья. Сегодня небольшая такая коротенькая рыбалочка будет. В Украину опять вернулась жара. Жара просто невыносимая. И поэтому мы сегодня со Славиком решили выбраться порыбачить под вечерок. То есть, ну, время на рыбалку у нас немного, но зато не так будет солнце палить под вечер. И это большой плюс. Сейчас будем разбирать снасти. Подъехали только и начинать рыбачить. Да, ребят, что хотел сказать, это по поводу цвеля. Днепр зацвел вообще в полной мере, как только это может быть. Просто зеленку гонят нереально. Хоть и течение дают, но ее не смывает. Я представляю, что сейчас на водохранилище творится. Все, друзья, собираем снасти. Сейчас вам покажу парочку обновок. Так, ну, на прошлом видео по судаку я, как мне помнится, показывал уже свой новый спиннинг. Это фаворит Визор в тесте 10-35. Я его брал как джиговую палочку. Пока очень нравится. Очень нравится, как он вяжет рыбу. Сколько я на него поймал судачков, ну, ни одного схода не было. Ну, хотя это частенько случается, когда судака ловишь сходы. То есть вяжет он рыбку хорошо. Дальше, по поводу обновок. Друзья, под этот свой хэвик, можно сказать, я взял вот такой вот шнурочек Sunline Super Braid 5. Будем тестировать. Он немножко потолще, чем все остальные мои шнуры. В цвете мультиколор. Тоже сразу я никакой рекламы не даю. Ну, просто как бы мне советовали этот шнур взять, попробовать. И я его немножко как поюзаю, я обязательно о нем какой-то отзыв оставлю. Думаю, ну, через пару рыбалок что-то сказать можно будет. Ну, а в полной мере, я думаю, уже после, в конце сезона. И вторая обновочка, друзья, это под этот спиннинг я взял себе вот такую вот катушечку. Это фаворит Сапфир с 2000 шпулькой. Шпулька 2000S, мелкая шпуля. Взял ее, потому что у меня такая катушка, только в 4000 размере, стоит на фидере. Я на прошлой рыбалке ставил на этот визор 4000 катушку. Ну, великовато, великовато, тяжелая она мне, я не знаю, после моей Шимано Техниум. А эту так вообще в руках подержал, ну, отлично. Ну, правда, шнурок вот этот весь туда не влез, влезло 120 метров и так под завязочку. Но я сейчас попробую его еще на мокрую переуложить. Я думаю, как раз будет отличненько. Так, начинать я буду с вот такой вот резинки. Это силикончик от Big Bait Baits, Made in USA. Squirrel Tail Worm 4,5 дюйма. Довольно-таки немаленькая приманочка. Ну, я уже на прошлых видео, кто меня смотрит, о ней рассказывал. Здесь хвост с воздушной камерой, и он сразу поднимается вверх. Как она достигает дна, там, грубо говоря, он поднимается. Это дополнительно, как по мне, привлекает судачка. И посажу я его на вот такой вот. Это мой любимый офсетник из офсетников. От Decoy Worm 9. Вообще идеально, первый номер подходит под этого червячка. Ну, вот с этого и начнем. Ребят, я дождался в этом сезоне нормального судака. Ребят, не знаю, как там сейчас слышно, звук пишет хорошо или нет. Ветер, наверное, немножко глушит. В общем, сработал мой любимый червячок. Наконец-то я в этом году поймал нормального судачка.
Вот он, смонтированный на крючке, на офсетничке от декой. Отлично отработал. Спиннинг вообще, ну, я по вываживанию понял, что это именно тот спиннинг, который мне нужен под хорошую рыбу в этом году. Очень остался доволен вываживанием. Вязал он этого судака, но я думаю, будет все видно на видео. Вязал он его просто великолепно. Ну, то есть, в паре с этим спиннингом вот эти крючочки, ну, шанс на сход реально был очень мал. Так, друзья, ну, наверное, на вот такой вот красивой нотке, с таким вот пейзажиком просто великолепным, будем мы заканчивать свою рыбалочку. Сейчас я вот покажу, думаю, камера все это передаст, как течка идет, ну, по зеленке, которая проходит мимо. Я думаю, вы можете определить, с какой скоростью сейчас дают воду. Ну, реально сказать так, чтобы как есть, 20 грамм я уже дно не чувствую. Это при том, что шнурок у меня не сильно толстый. Мы сюда приехали, я 16 граммами работал просто отлично. Ну, вот так вот, как-то так сегодня. Один судачок, но зато... Вот такой вот красивый, дождался. Дождался, да, трофейчика этого года. Пускай это не трофей, но, по крайней мере, это трофейчик, друзья. Ну, собственно, все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Не забывайте ставить лайк под видео. Пока.